Я не люблю слово предназначение, там, красные таблетки, юмористически про него я рассказываю. Но если мы обречены на свой мозг, да, значит, который кого-то превращает в математиков, кого-то, прошу прощения, превращает в психотерапевтов, кого-то превращает в артистов, в писателей и так далее, значит, это уже другое дело, что кто-то хочет стать артистом, но у него зоны мозга, ответственные за пластику, значит, забыли их в этом, в роддоме. Вот. И он, как бы сказать, страшное чудовище, которое хочет стать артистом. Ну вот, это трагедия. Ну вот, надо найти другой способ, как бы сказать, стать восхитительным.